Всем привет! Кто не успел посетить выставку в Краеведческом музее Белгород-Днестровска, тот может посетить ее в Белгород-Днестровске в новом месте. Подробности чуть позже. Сопротивление полезно. И с трудом придумал интересно. Бывает сопротивление. Как я. Робот Му отправляется на фестиваль «Молоко» прямо с Белгорода в Одессу. У нас есть вот такая замечательная табличка, и ее нужно прикрепить к замечательному бидончику. Придаем округлую форму. Прокатаем эту пластину. Наклеим двухсторонний скотч. Всем привет! Имеем вот такую табличку, продолжение темы бетончиков. Будем цеплять ее на нашу корову. Приглашаем всех желающих на фестиваль театра в «Молоко». Всем привет! Итак, как 9 ложек сделать арт-объект? 9 новых ложек превратить в арт-объект. Отрезаем ручки. Главное не переборщить и отрезать уж 6 из 9. У нас в студии новый советчик. Проходите, присаживайтесь. Я тут постою, там сильно я. Да, пока мы тут с вами, назовем это, говорили, один тюльпан готов. А сейчас мы попросим с вами Илью подснять этот процесс крупным планом. Что, снимать со штатива? Уже надо с нескольких камер херячить. Группа поддержки. Да, да, да. Давай поддержу. А комментарии в нашем деле самое главное. Оставляйте комментарии. Можете даже не подписываться. Но лучше, конечно, подписаться. Будет. И тычинки, и песни, все будет. И еще пчелка должна быть железная. Или муху ты приваришь, которая убежала. Обычный букет. Завянем. Получилось ложки для мороженого. Я не знаю, что это.
Всем привет! Вот сейчас мы с вами увидим в таком небольшом примере, как грунтом с полей замываются реки, заиливаются. Вот есть какой-то фермер, его поле. Он оставил очень маленькую полосу дорогой и своим полем. Он распахал просто по максимуму дороги. Были дожди, вот все это размыли, и вот грунт с поля попал на дорогу, а дальше, ну, в данном случае реки здесь нет, но если бы была река, все это попало в реку и заиливало бы ее из года в год, а фермер бедный несчастный распахивал бы дальше все ближе и ближе. Век хватит. Вот в этом здании была когда-то художественная школа. Вот под этим окошком стоял мой велосипед. Вот раз, два, три, четыре. Вот это окна нашего класса. Посмотрим, что там внутри. Вот был вход. Вообще это была музыкальная школа. После того, когда здесь было что-то связано с партийным домом, назовем так. В этих окнах располагался класс изобразительного искусства. Вот здесь был припаркован мой велосипед. И именно сюда я ходил когда-то. Ну, понятно, что сейчас здесь нет стола нашего преподавателя. И, конечно же, внутри нет наших мольбертов и всего такого. Сейчас мы с Ильей едем на моровокзал. Туда пришла яхта Ольга из Белгород-Днестровска для участия в регате. У нее отломался, вернее, у нее там что-то лопнуло из нержавейки, что-то отломалось для заваливания мачты при проходе под мостом в затоке. И мы поможем ребятам. Мы берем свой полуавтомат и ставим в него дежурную нержавеющую проволочку. Поехали. Направо, если не ошибаюсь. Налево. В общем, заехали вот с Илюхой на моровокзал. Сейчас будем на яхте Ольга. Ну, мы знаем, где примерно она стоит. Туда надо пробраться сейчас с оборудованием и, собственно говоря, произвести ремонтные работы.
Так, яхта «Ольга» с Белгород-Днестровска и яхта «Касабланка».